9 декабря театральная студия «ДУ «Бесконечность» представила премьеру спектакля «Алиса в стране чудес» по мотивам одноименного фильма Тима Бертона. Игра юных актеров была настолько убедительной, что, несмотря на минимум декораций и времени, они смогли передать всю атмосферу воображаемого мира Алисы, которую сыграла первокурсница Института управления экономикой и финансов КФУ Наталья Иванова. Из привычной для Алисы английской реальности, следуя за кроликом, она попадает в страну, поделенную между сестрами Белой и Красной королевами, из-за противостояния которых страдает весь мир чудес. Алиса встречает там разных странных существ – чеширского кота, гусеницу Абсалема, хвастливую мышь, зайца и, конечно же, безумного шляпника, который, в отличие от остальных, уверен в подлинности Алисы. Многие знают сюжетную линию этого произведения, и все-таки хочется остановиться именно на самой постановке спектакля, ведь он является плодом большого труда, который проделали режиссеры-постановщики. Это руководитель театральной студии «Бесконечность» Виктория Панина и Эльвина Хадимуллина, студентка второго курса Высшей школы журналистики КФУ. В основном все актеры – это у нас новички, не профессионалы, поэтому была трудность в том, что надо всех собрать, всем объяснить какие-то самые основные такие азы сцены, как нужно себя вести, как нужно текст говорить. Что касается костюмов и декораций, то мы все это делали сами, то есть костюмерный какой-то из театральных студий, концертов, нам это ничего не предоставили. Помимо режиссерской задачи, Эльвина справилась и с актерской. Она сыграла одну из главных ролей – Красную королеву. Такая самая мощная отрицательная роль, на мой взгляд. Мне она прям с первого взгляда понравилась. Что касается сходства между образом Красной королевы и мной, так я могу сказать, в жизни, конечно, нет. А именно на репетиции, то когда проходят такие в жестком режиме, то да, просто идентично, наверное, как я кричу обычно. Вот состоялась долгожданная премьера спектакля «Алиса в стране чудес», которая проходила в деревне Универсиада. Зрителей собралось столько, что, говорят, билеты были забронированы аж за 2 месяца. Елизавета Евтихеева, Универньюз.